Всем привет! Меня зовут Виктор Новиков, и в этом видео я расскажу о создании и направлении компании Kairos Technologies. Компания Kairos Technologies была основана осенью 2014 года. Компания британская, главный офис находится в Лондоне. Также есть офисы в Женеве, Дубае и недавно был открыт офис в Украине. Главное направление компании – защита информации – как для юридических, так и для физических лиц. Компания создала новый тип защиты, работающий наподобие таких систем, как торрент или криптовалют. То есть вся информация не хранится на одном каком-то конкретном сервере, который можно легко взломать. Вся информация хранится в сотни тысяч компьютеров по всем часовым поясам. То есть нет одного центра управления. Ключами являются компьютеры самих людей. На моем канале вы можете найти видео по техническим вопросам самой системы и как она работает. Вообще, основными клиентами компании Kairos Technologies являются юридические лица, для которых они предоставляют защиту информации. Но также на базе этих компьютеров были созданы такие продукты, как безопасное облачное хранение данных, безопасный почтовый сервис, безопасный серфинг в интернете и безопасная IP-телефония. Таким образом, люди, покупая эти продукты или рекомендуя другим людям, создают сеть. Так как компания экономит на создании собственных серверов, они могут себе позволить платить за место на жестком диске на частных компьютерах. Контракт с компанией заключается на один год. О тарифных планах и пакетах я расскажу в следующих видео. В описании вы можете найти мой номер Skype и ссылку для регистрации. Звоните, пишите, отвечу на все вопросы.